С пожелания «Доброе утро» начинается необычный урок в школе номер 6. В этом году это первое образовательное учреждение, которое посещает глава города. Формат круглого стола, заданный в самом начале, сразу располагает к разговору, где каждый может задать любой вопрос. Среди первых, конечно же, планы. Молодому поколению хочется знать, какое будущее есть у города. Ответить на этот вопрос главе несложно. В Ореховой Зуби большая реконструкция парка 30-летия Победы. Впервые здесь появится скейт-парк, велосипедные беговые дорожки, площадки для игры в стритбол и волейбол. Весной здесь же планируется открыть так называемый сухой фонтан. На этом не все, впереди еще обустройство пляжа. И это только малая часть. Зимний театр ожидает реставрации фасада, большие планы у властей на спортивные объекты. При том, что город не станет площадкой, где будут принимать гостей из других стран во время чемпионата мира по футболу. Нам удалось убедить губернатора, и мы сейчас находимся в программе. В прошлом году мы сделали проект реконструкции стадиона «Знамя труда». Значит, на следующий год и последующий на 2 года там программа по строительству порядка 250 миллионов. Мы будем сносить все до основания и строить фактически новый современный футбольный стадион с подтрибунным пространством там на 2500 квадратных метров. Обсуждались также темы присоединения к Орехово-Зуеву сельских поселений и обеспечения жителей рабочими местами. Разговор продлился больше запланированного времени. Вопросы городского масштаба сменялись и более личными. Например, тяжело ли быть мэром? Глава дал развернутый ответ и, подробно рассказав о всех тонкостях своей работы, резюмировал: тяжело, но интересно.